плавания на открытой воде, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде. Алексей Акадь. Спасибо. Я включил женскую олимпиаду в Лондоне. Алексей говорит, да, я вот там в лодке. Нет, ну это вот... Тогда я понял. Это на этом я был секундометристом, у нас там на финише мы стояли. А на женском я был вот во второй лодке, систем трефи. Ну это действительно, для меня это было большое событие, потому что, конечно, честно скажу, участие в Олимпиаде в качестве спортсмена в свое время и в качестве уже судьи – это две абсолютно разные вещи. И, честно скажу, неизвестно, где волнение больше, но дело не в этом. Дело очень, на самом деле, интересно было, и посмотрите, как это организовано, и как это все происходит, ну, как бы, изнутри. Ну и плюс, конечно, вот зрительский интерес именно вот жителей и гостей Лондона на тот момент, мне, конечно, потряс, потому что такое количество людей, которое находилось вокруг этого маленького озерца, это, конечно, фантастика для открытой воды. Вот. Но, надеюсь, это не предел. Собственно, поэтому я здесь буду вам рассказывать, как это здорово и замечательно, и надеюсь, и вы, в свою очередь, будете всем рассказывать, что это здорово, давайте вместе заниматься открытой водой. Тогда у нас будет все хорошо, и будут хорошие спортсмены. Вот. Поэтому, значит, я еще раз хочу сказать спасибо Максиму за лестные слова. Очень приятно, на самом деле. Это, ну вот, как есть. Вот. Что... касаемо открытой воды, я считаю, что это достаточно самый демократичный вид спорта, который, из всех, которые, так сказать, вот, ну, понятно, что бег самый демократичный, да, тут плавание, не вопросов. В открытой воде более, потому что плавать. Ну, да, ну тут, ну то сейчас мы, теоретически, да, тут нужно там очки, там еще что-то, но тем не менее, как бы, вот, нужен водоем, желательно, более-менее чистый, чтобы потом никаких проблем не было. И, в общем-то, большое желание преодолеть вплавь то расстояние, которое вы сами себе наметили. Вот. А о тех препятствиях, которые вам могут помешать это сделать, можем обсудить, так сказать, с вами все, что может помешать и как с этим бороться. Вот. Уникальных рецептов не существует, но тем не менее, как бы все совершенствуется, но тем не менее, все, что знаю, я постараюсь вам так кратко рассказать, чтобы вы меня поняли правильно. Значит, чем характеризуется открытая вода? Вот сейчас мы наблюдаем старт мужской десятки. Это вот господин Большаков, так сказать, российский спортсмен, который неизвестно зачем выпендривался. Это, в общем, никому неизвестно до сих пор, но, в общем, как бы, да. Оставим это без комментариев, тем не менее, как бы вот так вот. Господин вот этот вот в черной шапочке не выпендривался. И стал первым в мире пловцом, который выиграл десятку, то есть олимпийскую дистанцию в открытой воде и в бассейне. Поэтому 1500 метров. Поэтому олимпийские чемпионы в бассейне и в открытой воде. Поэтому надо меньше выпендриваться, больше плавать, скажем так. Вот, это совершенно точно. И как бы проверено временем, что называется. Значит, еще раз, 10-километровая дистанция. Из истории открытой воды у нас существует несколько дистанций, которые официально признаны и проводятся под эгидой Международной федерации плавания. Это 5, 10 и 25 километров у взрослых, и, значит, у юношей 5 и 7,5 километров. Из них-то олимпийская только одна десятка, 10-километровая дистанция. Я сейчас вот повторюсь, мы уже эту тему немножко здесь начали обсуждать. Почему именно десятка была признана олимпийской дистанцией? Потому что она самая близкая по времени проплывания этой дистанции, близкая к беговому марафону. Ну, там беговой марафон в зависимости, там, видимо, тоже от рельефа, от трассы и так далее. Где-то в районе там, часа 40, наверное, да? Ну, около двух часов. Ну, там более-менее. Здесь от часа 50, опять же. Ну, то есть, как бы никто никогда точно не вымерял эту десятку. Приблизительно всегда говорили, что вот отсюда до сюда, там, условно, 2,5 километра. Если с рулеткой не проверишь, по GPS, то там, так сказать, плюс-минус 50 метров, а это уже как бы достаточно много. Поэтому, ну, более или менее, как бы, будем считать, что они вымерили точно, и вот в районе часа 40, там, они там, час 40, там, около того, они плывут. Значит, ну, как бы, международная организация считает, что это, как бы, соотносимо с беговым марафоном, и, как бы, вызывает определенный зрительский интерес. Ну, и организовано оно примерно так же. Старт одновременно всех участников заплыва, и они вот группой, пилотоном, так называемым, двигаются по этому кругу вдоль намеченных буев, которые там стоят. На самом деле здесь нетрадиционная дистанция, финновская дистанция обычно десятка. Это 4 круга по 2,5 километра.
Но лондонские организаторы пошли иным путем, они сделали 6 кругов, но это зависело на самом деле в основном от габаритов озера, где они проводили. Вот, у них задача стояла провести это в наиболее людном месте и наиболее красиво. Поэтому сделано это было вот в центре Лондона, рядом с Букингемским дворцом, вот в этом гайд-парке. Вот, очень достаточно красивое место само по себе, но и, соответственно, когда это все было там с людьми, с, так сказать, с плывущими, которые там... Видно достаточно хорошо, тут недалеко берег. Ну, как чистая? Тут вопрос сложный. Организаторы утверждают, что очень чистая. Мы с вами оставим это за кадром, но, как сказать, я вот как бы наблюдал там большое количество лебедей, ведущих там совершенно активный образ жизни, там, плавающих, употребляющих что-то в пищу, ну и так далее. Вот, и поэтому их действительно много, их не два там, а там много лебедей, куда они их дели на момент. Может, они сами разбежались, пока они плывут. Ну, в общем, где-то вот там по кустам что-то было, но тем не менее. Вот, вода относительно чистая, то есть она не абсолютно не прозрачная, то есть там что-то такая нормальная прудовая вода со всеми этими водорослями, какие только можно, то есть все как у нас под Москвой, ничего необычного. Ну и плюс вот продукты жизнедеятельности лебедей, которые в полном объеме там присутствуют. Вот поэтому, но понимаете, тут еще какой момент, у меня есть хороший, ну как сказать, хороший друг или товарищ, он один из отцов-основателей, как говорится, плавания на открытой воде, вот, он британец как раз. И ему, когда задавали вот эти все вопросы, почему вот вы считаете, что вот это же грязная вода, ну что такое, людей туда, ну как это, что такое? Он так внимательно слушает, а потом так вот, ну, англичанин сам, британец, говорит, this is open water. Значит, как, извините. Вот. Поэтому... Ну, то есть, такой вот у него ответ на все это. У нас по правилам, как бы, ну, как бы понятно, что не проводится рядом с атомными электростанциями, в охлаждающих бассейнах там, и так далее, там, где совершенно невозможно плавать. Вот. А, так сказать, во всех остальных более или менее нормальных водоемах соревнования проводятся. Но по правилам ФИНА и вообще, как бы, в международных организациях признано, все внешние проблемы, то есть снегопад, камнепад, цунами и так далее, это проблемы спортсмена. Поэтому, то есть, так сказать, вот что вот в процессе мы поплыли, и вдруг налетел шторм, и тут, я не знаю, что-то такое там, разразилась гроза. Это this is open water, пожалуйста, двигайтесь дальше. Никого это не интересует, и, к сожалению, ну или к счастью, не знаю. Это, на самом деле, с одной стороны, придает определенный шарм нашему виду спорта. Почему? Потому что так есть бассейн, да, то есть кому хочется, вот, чтобы все было видно, абсолютно голубенькая водичка, сверху 26, здесь 26, там 28,5, и никаких, так сказать, вот, пожалуйста, милости просим, там здорово. Вода чистая, любой медик в бассейне подтвердит, что тут ничего не живет вообще, то есть как бы все, что можно, убили хлоркой на смерть. Вот здесь, наоборот, живет все, что угодно, от лебедей, начиная и заканчивая всякой другой живностью, которая там находится, рыбки всякие там, не знаю. Могу долго рассказывать о живности, которая встречается на пути, это на самом деле... Не буду вас отбивать, у вас желание заниматься открытой водой. Я помню эту тему. Вот. Ну, то есть есть там всякие разные моменты, как говорится, живность, она все-таки никуда от этого не денешься, она есть. Но не надо, я думаю, на это сильно особенно обращать внимание, потому что, ну, мы же, извините, когда бегаем по улице, мы же не обращаем внимания на всех собак, которые там, да, в это время на улице присутствуют. Это же глупо, да, просто пугаться собак и поэтому не заниматься бегом. Да, то же самое и здесь. Я думаю, что это абсолютно лишнее. И если вода прозрачная, то там наличие рыбок, оно только как бы все это... Да, ну то есть вот это, я говорю, тут живности вот там вот достаточно много разные, тут она-то по кустам разбрелась, потому что, ну, тут лодки, люди плывут, тут это же сверху снимается, там над всем озером натянули гигантскую леску, такая она как бы крестообразная была, и там камера перемещалась по этому крестообразному пространству, с ним такая подвижная, все дело снималось сверху. Поэтому, в общем, тут достаточно все со всех точек, как только можно это дело отсняли и, в общем, достаточно красиво сделали. Вот, поэтому, значит, возвращаясь к теме водоемов, где проводятся? Проводятся где угодно, всякие разные водоемы, даже вот, так сказать, не побоюсь этого слова, так сказать, связанные с промышленной деятельностью человека, всевозможные. То есть это как бы нормально и это не... Никого не смущает. Но, естественно, желательно, чтобы там действительно не было ничего такого опасного для жизни. Поэтому как бы плавают везде, на самом деле. Есть
значит, южноамериканские этапы, там рыбы разгоняют специально для того, чтобы, так сказать, которые там есть места, где там, так сказать, какие-то опасные. Есть австралийские этапы, где там медузы всякие разные, которые там не очень хорошие, вот, так сказать, жалящие и так далее. Но это все, так сказать, экзотика, к нам не имеющая никакого отношения. Самое вот экзотическое, что вот на ней мне удалось, в общем-то, увидеть в этом плане, со стороны, правда, единственное, я наблюдал на этапе в Аргентине, там на реке, на Паране проводится это все мероприятие. Нас не предупреждали, что туда заплывают пообедать котики морские с океана. То есть мы как бы об этом не в теме были, а, так сказать, узнали об этом уже непосредственно, когда он всплыл там рядом с пелотоном. То есть то ли он за рыбу их принял, то ли чего, то есть это за большое, что это такое, я не понял. Вот, ну и он там вокруг них прыгал, охотился, а ребята плыли в это время. Ну то есть такая экзотика тоже присутствует. Интересно, это безобидно, но так очень так, придает опять же шарма нашему мероприятию. Вот. Ну это вот что касаемо, значит, что еще, где проводятся всевозможные реки, озера, ну и, соответственно, как бы понятное дело, моря и океаны, которые у нас все есть. Температура воды по правилам ФИНА, где у нас это все дело проводится, от 14 градусов минимум, то есть у нас минимум ниже нельзя. Вот это уже к этому, к морскому, как оно там, ледяное плавание, или как они там правильно называются, эта федерация, это туда. Вот. А верхний потолок тоже недавно установили, раньше не было верхнего потолка, потом сделали. Сделали это потому, что настояли американские товарищи. Был такой спортсмен Фрэнс Криппин, который в Дубае, так сказать, к сожалению, перегрелся и утонул во время дистанции 10-километровой. После этого в Дубае у нас не проводилось соревнование несколько лет, но потом арабские шейхи нашли ключ к американским головам, как это можно решить эту проблему, вроде как они ее решили, теперь проводится все. Вот, так что все нормально. Я думаю, на почве американских долларов они там или там нефти, не знаю насчет чего, они договорились между собой. Но тем не менее. Поэтому верхний потолок, ну, официально объявили, что парень перегрелся, хотя там были другие мнения у всех, что он съел что-то нехорошее, но как бы ничего не доказано, о том не будем говорить. Тем не менее, верхний потолок установили в 30, по-моему, 2 градуса. Тоже достаточно интересно. Выше просто действительно тяжело плыть, когда вода там соответствует температуре тела, тело не охлаждается. Очень действительно перегреваешься, очень тяжело, очень неприятно такие ощущения. Вообще залезать в эту воду уже изначально неприятно, а плыть уж тем более. Поэтому как бы вот верхняя граница планка у нас тоже существует. Вот, но тем не менее. А какой воде легче плыть? Соленый? Соленый, безусловно, легче. Конечно, потому что, ну, это законы физики, их никто не отменял, безусловно, как-то подъем. А как-то нормирование отличается? То есть есть нормативы на соленую воду или на пресную? У нас понятие норматива вообще не существует по той причине, что каждый день выставить равную дистанцию практически невозможно. Mm-hmm. Тем более, так же, как, вот, грубо говоря, опять же, проводим аналогии с беговыми, с бегом в городе. Нет абсолютно ровного рельефа, да, есть можно бежать все время в горку, можно бежать все время под горку, и установить какой-то норматив тут мало реально. То же самое здесь, не везде есть идеальные условия, такие, где нет ни течения, ни идеально выставлена трасса, прям до метра, как говорится, это уже стадион какой-то получается. Поэтому на самом деле нет этого ничего, у нас просто кто первый, тот молодец, тому золотая медаль. Нет, вот рекорд у нас не фиксируется, вот по той же самой причине, да. Ну вот, к сожалению, так оно есть. Нет, у нас временного норматива никакого, и соотнести, на самом деле, вот один заплыв с другим по времени, то есть, условно, в прошлом году плыли быстрее, в этом медленнее, нельзя. Такое фиксируется только, скажем так, на стандартных трассах. Есть классические марафоны, допустим, условно говоря, вот в таком-то городе с берега с левого на правый, с точки А в точку Б проводится переплыв. То есть берега, ну, вряд ли меняются там колоссально в течение короткого промежутка времени. Из года, вот, допустим, переплыв туда или туда и обратно, допустим, он осуществляется. Вот там время фиксируется. Называется это рекорд трассы, и, соответственно, там, в зависимости от желания организаторов, раздают какие-то подарки. Вот. У нас, как бы, в Международной Федерации и вообще как бы рекорды мира не фиксируются, рекорды трассы тоже не фиксируются.
Как бы таким образом. Потом, на самом деле трасса может иметь совершенно любую конфигурацию, чего только не было. И вокруг острова плавали, и по каналам в Атлантик-Сити народ плавал там, каким-то там извилистым. И в открытом море туда и обратно, как говорится. Ну, в общем, чего только не было. Поэтому и вдоль берега там вот со всякими изгибами. То есть варианты есть всевозможные, но вот тем не менее, это опять же добавляет определенного интереса, допустим, да, то есть как бы. Да, это, ну, у них вообще как бы это развито в каком ключе? Во многих странах, так, тех, которые находятся там где-то на берегах чего-то, водоемов, там, где это, так сказать, достаточно как бы регулярные соревнования, они посвящены там, не знаю, там, дню урожая там, или еще чему-то, для сбора винограда там какого-нибудь. И спортсмены вот выходят там вот из точки А в точку Б, там, по этому, условно говоря, по этой реке, их сопровождает там огромное количество лодок с местными жителями, которые одновременно, вот у них там такой параллельный фестиваль на воде, то есть они там на гармошках играют, там песни поют, и вот это все как бы, так сказать, вот это, ну, то есть общая радость такая. Поэтому это как бы достаточно популярно. Нет, серьезно говорю, там, то есть вот это вот, я конкретно рассказывал про Охридский марафон, там он присоединяется к сбору винограда, там, так сказать, эти вот лодки реально с бочками вина, то есть сидящие в них товарищи употребляют молодое вино, играют на гармошках, поют песни и заодно подбадривают плывущих спортсменов. А они плывут с албанской границы практически там чуть не до сербской, то есть там достаточно длинное расстояние. Но суть не в этом, там как бы просто это национальный праздник, им это весело, интересно и как бы задорно. Поэтому считаю, что это очень достаточно хорошие такие начинания. У нас тоже проводятся соревнования подобного плана по городам, но тут уже как бы, так сказать, в силу возможностей организаторов, ну и мы в силу своих скромных возможностей пытаемся, я в частности пытаюсь это дело как-то, так сказать, популяризировать, насколько моих сил хватает. Вот. И вас к чему призываю, потому что, в общем, на самом деле, я считаю, что это очень правильный, хороший вид спорта, замечательное занятие в свободное от работы время. Вот. Народ переплывает Каму с одного берега на другой. Сейчас готовится и, так сказать, пытаемся раскручивать соревнования на Байкале. Недостаточно интересные, надеюсь, будут в перспективе. Сейчас пока, как бы, так сказать, вот это все там, с поддержкой губернатора и со всем остальным. Хотим тоже, чтобы самое крупное озеро планеты было задействовано в нашем виде спорта. Я считаю, что это очень правильно. Самое чистое, кстати, опять же. Вот, то есть ничего нет, чего там нету такого страшного. Вот, но это вот о водоемах, о соревнованиях. Какие самые интересные трассы в вашей практике были прям интересные? Ну, неординарные. Наверное, в Фукуоке была интересная трасса, вокруг острова плыли. Угу. То есть там так вот по прямой, потом вот вокруг острова плываются и назад возвращались. Есть интересная трасса была в Атлантик-Сити, они как бы это дело закрыли, там каналы в городе, как бы система каналов. И, ну, я не знаю, у американцев очень достаточно интересный как бы к этому подход, они сначала долго раскручивают соревнования, потом один раз проводят и тему закрывают. Зачем им это надо, я не знаю. То есть, на мой взгляд, надо этим пользоваться, но мне так кажется, они как-то вот нет и все, не хотим. А это тоже профессиональцы или... Нет, это вот были именно... как бы профессиональная, да, вот как бы этапы Кубка мира. Вот массовые соревнования, честно говоря, не знаю, надо узнавать, но у них их очень много. То есть тут были, они сделали достаточно очень интересный старт, вот был этап Кубка мира в Нью-Йорке. Они сделали замечательно, они с парка плыли вдоль, так сказать, в сторону Статуи Свободы и возвращались назад. Ну, пейзажи вокруг просто, как бы, так сказать, только успевай снимать. Чего им не понравилось, я не знаю, не могу сказать. Может, денег они не собрали столько, сколько ожидали, может, еще чего, не могу сказать. Но, тем не менее, как бы они это дело тоже как бы прикрыли и больше как не проводят. Но, тем не менее, я считаю, что это совершенно напрасно, очень было здорово и интересно. И народ там много, кстати, было на этих соревнованиях. Вот. Самые массовые, в общем-то, в Южной Америке очень любят они это дело, просто очень любят, действительно, почему-то их там очень много и... всевозможных соревнований по всяким, ну, достаточно тепло и по всевозможным рекам и так далее, они там сплавляются и в открытом море плавают, поэтому, в общем, там это очень достаточно популярное дело. Там прямо, я читал, до 70 километров? Да, был самый, значит, у нас существуют этапы Кубка мира,
Кубка мира Фина и этапы гран-при, так называемые. Один из этапов вот как раз был вот этот вот сплавление с одного города в другой. Они там порядка 9 часов плыли. Вот. Но, видимо, просто в силу незрелищности этого мероприятия оно как-то потихонечку так загибается. Вот. Ну, потому что действительно, реально 9 часов, во-первых, это не отследишь, не отснимешь, не от... ну, смотреть это невозможно просто-напросто, все 9 часов сидеть на этом безобразии. Вот, и, ну, согласитесь. Вот. То есть, как бы, я так понимаю, что зрители сначала утром их провожают, потом идут на работу, вечером приезжают в другой город, встречают. Ну, то есть, видимо, как-то так примерно происходит. Вот. Но, тем не менее, как бы был такой заплыв, сейчас вроде как это действительно так поменьше-поменьше. Вот все сводится больше, более или менее к тем соревнованиям, которые реально посмотреть с берега, это вот в районе 10 километров. Есть чуть больше заплывы, чуть меньше, но это уже там в зависимости от трасс. В разных городах есть, в Швейцарии вот есть традиционный заплыв, они пересекают Женевское озеро с Лозанны в Эвиан. Там были варианты, значит, туда и обратно, то есть они там то ли только туда, то ли с французского берега на швейцарский, ну, то есть там они там тоже варьируют, как это нравится. Но, тем не менее, там, опять же, есть что показать, там красивые совершенно пейзажи, все это вокруг, как бы. Там есть любительство. Да, 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 там это все разделяется. Но чаще всего это делится на дивизион профессионалов, которые выстраиваются как бы впереди, дальше становятся там люди уже как бы по убывающей. Заканчивается это все как бы, так сказать, любителями в гидрокостюмах, которые, так сказать, просто плывут для того, чтобы, ну, доплыть, скажем так, эту дистанцию. То есть больше себя попробовать, скажем так, на этом поприще, что из этого получается, там, кому как. Вот, ну, то есть вот всевозможные такие вещи есть, и я единственный раз в своей жизни принимал участие в таком комплексном заплыве, достаточно большом, ну, точнее, я там был плыл два раза, но, тем не менее, как бы, это вот тоже это хорошо всем так разрекламированный заплыв в Сан-Франциско, Тиборон Майл, так называемый, они там плывут с города Тиборон, там вокруг, так сказать, с острова, там сам город, там миля практически, там чуть больше, но тем не менее количество людей там тоже зашкаливает, очень большое количество народу, они под это, ну, как бы туда приезжают, и вот в плане здорового образа жизни, фестиваля плавания, что ли, как бы так скажем, это. То есть преодолеть это расстояние, да. Да, ну это... Как бы, Алькатрас на самом деле, не знаю, вот на самом деле, если смотреть, сравнивать Тиборон Майл и Алькатрас, то Алькатрас не так зрелищен. Он вообще как бы на картинках очень красиво смотрится, а так вот визуально, ну, что-то такое, какие-то там удлые строения такие стоят где-то, так скажешь, ну, посередине залива и как бы и все. Вот, поэтому вокруг него, наверное, интересно проплыть, но там, опять же, и вода непрозрачная, и, ну, то есть как бы такого чего-то, что экзотики какой-то не особенно видно. Там просто место живописное, где вот этот вот Тиборон Майл, там действительно такая красивая бухта большая, там олени пасутся, там какие-то, опять же, лебеди плавают, и оттуда вот они выплывают, и плывя вдоль, так сказать, на фоне Золотых Ворот вот этих вот, плывут, собственно говоря, вот в соседний город. Ну, то есть красиво все это сделано, обставлено. К чему, в общем-то, хотелось бы и, так сказать, в результате призвать как бы и наших соотечественников, то есть как бы у нас красивых городов и пейзажей более чем достаточно, вот только люди не плавают. Вот хотелось бы это дело как-то... Ну, плавают, начинают, я да, но тем не менее, как бы, говорим об этом. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это было и достаточно так более или менее интересно. Вообще в команде пловцов, профессиональных пловцов на открытой... Ну, вообще говоря, реально, которые, так сказать, плавают, если брать взрослых, то не очень много, это сейчас на сегодняшний день это около 20 человек, чуть меньше, юношей примерно столько же. В официальных списках сборной команды в районе 50 человек, ну это я так, чтобы просто в общем и целом. Но это вот все фактически живые, кто у нас как бы шевелится. Вот хотелось бы, конечно, чтобы это было, эти цифры были больше, и на самом деле я думаю, что это как бы вполне реальная задача, просто как бы, мне кажется, этим нужно и заниматься, и людям объяснить, что это на самом деле интересно и красиво. А откуда приходят? Это все люди сделаны? Нет, на самом деле, да, безусловно. Я считаю, что очень правильно, наверное, детей сразу с рождения пугать не надо открытой водой, да, то есть
То есть, говорит, все, ты будешь плавать в открытой воде, там, все, там, залезешь в эту вот лужу и будешь там плыть там, с лягушками. То есть, ребенок сразу пугается и теряется на местности, поэтому лучше, как бы, наверное, этого не делать. Я считаю, что это выбор должен быть осознанный, и люди, которые туда залезают и там плавают, особенно если вода достаточно холодная, это, конечно, должны быть люди, которые, ну, к этому готовы, психологически как минимум. Поэтому надо начинать плавать, как везде традиционно, я считаю, в бассейне, научиться нормально плавать, так сказать, сделать это. Вот, и потом уже, да, вот процесс кормления, я смотрю, вас заинтересовал очень сильно. Да. Да, на каждом, ну как, ну представьте себе круг, да, если грубо говоря, да, ну, вот круг, да, и вот где-то здесь вот посреди, ну как бы обычно по центру этого круга стоит пол откормления. То есть они по ним несколько раз мимо него проплывают, и проплывая каждый раз, они могут поесть. Это не значит, что они едят каждый раз, они могут поесть. Вот, то есть... ну, сейчас на самом деле стали очень щепетильно к этому относиться. Там. Вообще, это достаточно трагичное мероприятие. Вот когда ты вот уже тянешься за своей бутылочкой спасительной, вот она, вот, а тебе там по голове в это время шлепает. И там, или по бутылочке, и ты вот, без подкормки остаешься. А какая дистанция? 10 плавут. Питание у нас начинается с 10-километровой дистанции. Пятерку все плывут так, без питания. Ну, 50 минут там, в общем, не обязательно. Шестерка. Нет, ну... Нет, на самом деле, правилами Фина, не возб... ну, как бы, я сейчас говорю о правилах Фина, да, но тем более, как бы, это вам, не возбраняется брать с собой, как бы, контейнер с питанием и в процессе движения, значит, соответственно, я имею в виду не так, это контейнер пластиковый, да, то есть, вы понимаете, но... Нет, ну, вы знаете, было, я сейчас вот тоже еще в качестве шутки расскажу такой вариант. Значит, мы стали, когда изучать историю плавания на открытой воде, выкопали какую-то книжку 900 лохматого года, значит, про там какого-то князя, который там на рубеже веков, значит, решил там из Сухума куда-то сплавиться. Вот, и он, значит, как бы пишет свои впечатления, там рассказывает, и вот там были там одни из его там... Вот он там проплыл сколько-то там километр, потом останавливался, перекусывал там, а чем он перекусывал там, 100 грамм коньяку там и еще что-то там, какой-то шашлык там, условно говоря. Не, я бы тоже так поплавал потом в течение дня там. То есть можно и не доплыть, в общем-то, если через, там, через километр по 100 грамм коньяка употреблять. Но, тем не менее, как бы раньше вот это было, ну это понятно, это в качестве, как говорится, шутки и все такое, но, тем не менее, питаться нужно, и это как бы процесс, на самом деле, если без шуток, это процесс обязательный, потому что на длинных дистанциях идет выхолащивание из организма минеральных веществ, ну и, соответственно, питательных веществ. То есть той каши, которую вы покушаете перед заплывом, вам определенно на 10 километров не хватит. То есть необходимо просто обязательно, чтобы вы что-то ели в процессе дистанции. На пятерку хватает, на самом деле. То есть, как ни парадоксально, там, ну, там вообще скорость повыше, и там просто некогда этим заниматься. Но те, кому сильно нужно, они берут с собой, еще раз повторюсь, берут контейнеры. И, ну, еще раз, это не пластиковый, да, это тазик с салатом, да, а там, так сказать, вот эти маленькие, значит, такие типа пакетиков, гели, да, возможно. Сейчас процесс продвинулся научной досягаемой высоты. У нас запрещены приспособления. То есть я не могу, например, положить, условно говоря, мешок с чем-то себе там в купальник, протянуть трубочку и там плыть и пить одновременно. Это запрещено. А, так сказать, нести на себе, так сказать, засунув, извиняюсь, под купальник некие контейнеры, какое-то количество, пожалуйста, то это ваше право. Сколько вылезет, столько и везите. То есть... Ну, в общем, да, на самом деле, вот тема питания перед заплывом, она такая достаточно важная, щепетильная, и я тут бы хотел просто предостеречь от двух вещей. Первое, понятное дело, что питание должно быть калорийным, да, то есть вы должны как бы наесться, вы должны быть сытыми. Если вы голодные плывете, то вам как бы вам не дистанция, вы думаете о другом. Вот, и вообще, как бы это значит, и вы тратите резервы организма, то есть организм сам себя начинает кушать. Ну, это как бы не идет в пользу, не идет вам, это вред только вы приносите организму. Чтобы этого не происходило, значит, соответственно, как бы вы должны быть как бы с этим, да. С другой стороны, питание не должно быть, завтрак или это то, что вы съедите перед заплывом, оно не должно быть тяжелым.
То есть заблуждение, что надо с утра там, встать в 6 утра, съесть там, яичницу из 5 яиц там, с колбасой жареной, тогда все будет замечательно. Нет, это неправильно, питание должно быть легкое. То есть самое легкое, что может быть, это варианты геркулесовых каш. Это, можно эту тему, как говорится, так или иначе обходить. Ну, кому что больше нравится, кто-то не ест вообще геркулес, потому что там на гречневой каше плавает, ну, условно говоря. Но лучше каша пока еще никто ничего не придумал в этом вопросе. Альтернатива этому, опять же, так сказать, если тебе запыв идет там, днем или вечером, это то есть, макароны с чем-то. То есть не пугайте слово макароны, то есть не надо есть, съедать таз перед, там, да, со сгущенкой. Но и как бы сами по себе макароны, это они быстрые углеводы, которые вам позволят вот эту дистанцию пройти как бы максимально без потерь. Вы не будете не чувствовать голода, организм будет забирать у вас именно то, что вы кушали, а не, так сказать, не из мышцы энергию. Вот, и вы приплывете бодрыми и веселыми, а не, так сказать, неистощенными. Поэтому это важно. Я думаю, что всем как бы индивидуально, тут граница сложная, да, с одной стороны, вы не должны проголодаться после того, как покушаете, с другой стороны, вы не должны плыть с битком набитым животом. Это, наверное, индивидуальный момент, но я думаю, что это часа два. Вот, от трех до двух часов, где-то в этом промежутке, кому как, тут надо как бы смотреть. Но я как бы противник того, чтобы есть прямо вот там через 10 минут плыть, а человек там сидит кашу лопает. Это неправильно, потому что, ну, вам же будет тяжело, потому что организм будет тратить на поддержание работы желудка, кишечника, энергию, а это вам не нужно сейчас. То есть, как бы, вы должны в этот момент получать уже энергию, а не переваривать то, что там, так сказать, попадает туда. Поэтому все-таки, наверное, варианты каши оптимальные, но с чем они там, так сказать, это какие-то, опять же, так сказать, углеводные какие-то вещества, может, там, не знаю, там, варенье какие-то или что-то, но это как бы в разумном количестве, естественно, все должно быть. Мясо не рекомендую категорически. Вообще? Нет, ну, перед заплывом, естественно, нет, ну вот вы, допустим, там поели, или, может быть, там, вот из серии постной какой-то, там, не знаю, постная телятина прокрученная там или еще что-то, ну, это из этой серии. То есть то, что быстро у вас, по возможности, будет, быстро, ну, не будет вам мешать, не будет плыть тяжело. Потому что, условно говоря, съесть там бутерброд с салом, это будет, ну, сразу все. То есть там организм, вы еще не поплывете, он уже скажет, нет, все, я не могу. Даже не лезь. Да, не ходи туда, не надо. Вот, поэтому. Поэтому все-таки питание играет важную роль, и как на это надо уделять самое, так сказать, пристальное внимание. Были прецеденты, когда люди действительно там, вот они серии. Даже по детям, вот тренер говорил, там, позавтракайте плотно. Ну, значит, ребенок приходил, говорил, мама, тренер сказал плотно позавтракать. Мама говорит, хорошо. И там яичница из 5 яиц, там, нарезанная там, любительская колбаса, там, пару бутербродов, и все. Там человек проплывает 100 метров, и все, больше не плывет, вообще не работник. То есть его надо, так сказать, укладывать спать, и все, больше ничего не нужно уже. Поэтому все-таки, вот я говорю, ну, я специально как бы утрирую, чтобы вы понимали, о чем я хочу сказать. То есть, да, то есть все-таки да, должна быть плотная пища, но и не должна быть тяжелой. Что за быстрые углеводы вы будете применять? Это будет макароны, печенье какое-то, которое легкое, там, уже типа юбилейного, там, я не знаю, это уже на ваш вкус и на ваше усмотрение. Но вы должны быть, на дистанцию вы должны выходить сытыми, а не голодными. Это я считаю, это обязательный момент и очень важный. Значит, у нас допускается по финновским правилам длинные костюмы, то есть для бассейна они запрещены, для нас разрешены, но здесь, в принципе, от него толку никакого, потому что он тканевый. То есть, в принципе, как бы вы в нем не согреетесь, он вам не даст никакого преимущества, это все вот исключительно. Преимущество, я имею в виду холодной воды. В плане скорости, да, там, конечно, это самое будет обязательно. Преимущество и подъем над поверхностью воды, безусловно, дает определенный. Стоит что-то плавать на Москве? Попробуйте костюм приобрести, и вот попробуйте в нем плыть. Тех костюмов сейчас большое количество, я имею в виду из разрешенных. Там и тировские костюмы есть, которые своеобразные, вот эти новые оленовские, Carbon Pro там и так далее, Carbon Air. Я, честно говоря, еще вживую не видел, но говорят вещи интересные. Вот, то есть. Это гидрокостюмы? Нет, это стартовые плавательные костюмы. Гидрокостюмы — это все-таки
Да, что-то такое с неопреном, да, вот что-то такое, что поддерживает. Вот, а это и держит температуру. Это тканевый костюм. Он просто покрыт чем-то таким тонким-тонким, что вот вам отталкивает воду. И, скажем так, там в чем физика процесса, в чем вся проблема? Кто-нибудь подводную лодку когда-нибудь видел вживую, большую? Вот, они сверху биты не железом, да, все-таки, а чем-то мягким. Они биты резиной. То есть, как бы, лодка должна быть мало что обтекаемая, она должна быть мягкая, тогда не будет процесса турбулентности, вот завихрения вихревых потоков вокруг корпуса, которые тормозят движение лодки. Ну там сейчас опускаем все тонкости и подробности, но тем не менее грубо это вот так выглядит. То же самое здесь. Вот, так сказать, спортсмен не должен быть там угловатым и покрытым там чем-то таким бронебойным, он должен быть достаточно обтекаемый и, что интересно, мягкий. То есть, ну, то есть, опять же, так сказать, вот эта вот минимальная жировая прослойка, она присутствовать должна, тогда, так сказать, обтекаемость спортсмена, она оптимальная. Я не говорю сейчас, не надо быть там больше и толще, да, то есть не об этом речь. Оно все-таки вот этот вот кус, чуть-чуть, это должно быть, тогда это как бы да, создает максимальную обтекаемость. Я могу рассказать про костюмы, просто там видео, гидрокостюм на Босфоре не нужен. То есть неопреновый костюм, потому что там теплая вода, вода 23 градуса, 22-23 градуса, в нем просто будет жарко, там никто не плывет в гидрокостюм. Гидрокостюм может пригодиться для холодной московской воды, или там, если вы потом в триатлонах будете участвовать, там все плавают в гидрокостюм. Вот. Но тут опять, надо его подобрать, чтобы он тебе удобно сидел, но чтобы ничего там не сковывало. Поэтому, как вариант, вот Трендстейшн, его раньше не было. Если бы был, я бы так попробовал. То есть я бы взял у него какой-нибудь костюм там, на день или на два, на сколько он дает, заплатил за это 500 рублей. Вот, и попробовал в нем поплавать. Сколько бы, если подошло, я бы купил такой же. Вот. По поводу вот этих костюмов. Ну, во-первых, они достаточно дорогие. И с нашими скоростями я не уверен, что разница между... Вот есть, который плавает за сколько? За 12 уже минут по последнему километру? Ну, там 12-13, да, 12. Еще его сложно одевать, снимать, то есть он очень плотный. Да. Там существует очень большое количество, ну, в продолжении темы, существует большое количество там нюансов, которые надо, во-первых, использовать. Потом про гидрокостюм, если говорить, то есть надо его тоже подбирать с умом. Проблема в чем заключается? Он не должен быть парашютом, да, у вас? То есть вы можете его одеть таким образом, что, вот, допустим, жидкость будет здесь скапливаться. Вы будете не просто плыть, а еще вести там 10 литров воды на себе. Ну, вам оно надо, вот, как бы, я считаю, что вряд ли. Поэтому это как бы... должно быть все-таки оптимально. С одной стороны, он не должен быть настолько в натяг, что вы не можете руки поднять, потому что, ну, там все-таки надо обвести с другой стороны. И золотая середина здесь очень важна. Как это подобрать, не берусь рекомендовать, не знаю. Ну, у меня было несколько вот, триатлонов, костюмов. Я тут могу сказать только одно, что, ну, вот, хорошие вещи стоят дорого. То есть вот в костюмах у меня был недорогой гидрокостюм и вот сейчас дорогой гидрокостюм. Вот эта разница колоссальная. То есть в верхней модели там очень тонкий неопрен сверху, его практически не чувствуешь, то есть как угодно, любая подвижность. А вот в недорогих костюмах там плотный он не так хорошо. Ну, то есть вот прям разница реально существенная. Я буквально вчера мы здесь мерили тировский, кстати, костюм из верхней линейки, там, категория 5. Ну, столько в России вообще космос. Ну, он и в Америке стоит недешево. Вот, но человек его одел, и ну, прям вот все двигается как надо, любой. Вот, а если вот из плотного, неопрена и не очень хорошего, то вот. А эти костюмы у меня тоже есть. Их когда запретили в бассейне, их распродавали, потому что не знаю, что они делают. Но вот я попал в то время, я купил штаны отдельно. Я, кстати, один Босфор плыл в штанах. Вот штаны еще более-менее. Длинные, не по коленам. Нет, длинные, вот прям штаны целиком до щиколоток. Не, у вас уже разрешены тоже? Да, штаны разрешены. Вот, штаны прикольная тема, в принципе. Но я не знаю, где их сейчас найти, их продают вообще. А они так и называются? Костюмы для...
Я могу принести, я что-то сегодня стормозил, надо будет взять, я их могу на финальный забыв, на вашу контрольную тренировку, вот, которая будет в мае, принести, кому интересно, посмотрите. Но вот у меня есть и штаны, и костюм. Костюм я один раз одел дома, я заколебался его одевать, вот, и потом я так, ну вот он здесь стягивает, то есть начинает висеть вот, лишнее. Да, лишнее. Еще где-то, и я так подумал, блин, поплыву там, натру еще что-нибудь. Конечно. Ну нафиг. Я его снял, вот это единственное, что происходило с костюмом. Один раз я его одел, один раз снялся. Вот. В штанах я попробовал, в бассейне поплавал. Разницы не почувствовал, но выглядит круто. Я второй раз мы были в Асфоре, я был в штанах. Я был один там в штанах. Ну да, может что-то. Но все плавшие в штанах. Никто там не, вот, не заморачивается. И те, все плавают. А то, что в конце мая там морская мира на Гребном канале. Ну, вот там может гидрокостюм понадобится, если. Поверну, да. А плавка плывет плохо. А в плавках? Да нормально. Андрей, ты в плавках плывешь? Я в этом, ну, и в том году, и в этом, да. Потому что там отдельный зачет для гидрокостюмов там абсолютный зачет. А если в финовских плавках, то по возрастам. Ты увидишь. Нет, ну на самом деле, вот штаны действительно, они приносят определенный эффект и дают плавучести отдельным частям тела, да, которые, так сказать, обычно тонут. Поэтому штаны, в принципе, помогают. Вот, и... Я думаю, что тоже как бы это можно пробовать, это тоже неплохой вариант на самом деле. Вот. То, что, так сказать, натирает, это как бы, ну, это процесс вообще как бы неизбежный, и тут деваться, все большие костюмы, которые плотные, все обязательно как бы натирают. И средство борьбы одно, как ни парадоксально, это вазелин. Вот, поэтому тут ничего, никто ничего не придумал нового, все как бы, все как всегда. Вазелин жалеть не надо. То есть столько, сколько надо, столько, чтобы столько и надо. Вот. Ну, конечно, не, ну, там, да, то есть, чтобы все-таки разумные какие-то границы были. Вот, все, то есть, да, в данном случае здесь и все подвижные части тела, то есть, вот, как бы, там, которые, так сказать, касаются и, ну, взаимодействуют во время движения. Причем, если в пресной воде это еще как-то отсутствие этого прокатывает, то в соленой нет. Однозначно, совершенно, это надо. Поэтому даже не, как бы, не пренебрегайте. Обязательно. Если Босфор, то, скорее всего, с большой долей вероятности это все сочетаться должно еще и с, как ни парадоксально, с кремом для от загара. Это тоже не от загара, да, не забывайте это, потому что тоже солнце сжигает потом вас, вы потом будете дико мучиться на следующий день после этого всего. Да, это как линза фактически, ну, то есть система линз, отражение и так далее. Ну, аккуратно, тонким слоем, как говорится, все, что, так, вот, скажем так, все, что к солнцу, так сказать, все, все надо натирать. Естественно, там, ну, по возможности, немного лицо там и так далее. То есть спина страдает в первую очередь, все, что там, все, что сверху. Можно вопрос? Вот несколько початок любителей, которые уже по спорту переплыли, я прочла, многие пишут, что к концу дистанции сталкиваются спортсмены с проблемой, то, что на воде укачивают. И с тошнотой, да, это действительно влияет, в том числе потом на скорость. То есть приходится тормозить людям. Это что? Это вот все-таки вестибулярный аппарат или это ошибка вот, питания перед самим заводом? Ну, я за тех людей, конечно, не могу сказать. Наверное, возможно, и то, и другое, я согласен. Но просто если вы за собой замечаете такую проблему, что у вас есть, вас укачивает. Ну, условно говоря, я сейчас безотносительно, да, то есть, понимаете, на свой счет. То есть, если такая ситуация возникает вообще где-то, то существует, в принципе, достаточно, то есть, как бы, достаточное количество препаратов медикаментозного плана, которые это убирают. Ничего там такого феноменального нет, они никакие сильно не запрещенные. Вот, в любой практической аптеке все это дело продается. Вот. Но, тем не менее, тоже как бы не как бы советую. То есть сначала попробовать просто нормально поесть перед заплывом. То есть тут проблема еще какого плана может быть? Проблема психологическая. Человек, когда настраивается на какое-то действие, да, условно на экзамен, да, он не хочет кушать категорически. Его даже наоборот, его просто вот как бы вот совсем никак не хочет. А вот когда вот этот психологический блок заканчивается, то есть человек выходит с экзамена, два шага и острое чувство голода, да, вот это приблизительно. Вот тут та же ситуация. Вы настраиваетесь на какую-то критическую нагрузку, и вы не можете есть.
Но вот тут надо, как бы, наверное, в процессе тренировок это в себе каким-то определенным образом себя настраивать, что взять за правило, что ли, что каждый завтрак должен быть нормальный, да, то есть вы можете там экономить на ужине, да, потом себе, да, чтобы, так сказать, там не перебирать, но завтрак должен быть качественный. Значит, если, как это не, там, допустим, плохо, значит, надо, может быть, встать на 15 минут раньше и сделать себе там кашу сварить, условно говоря, но делать это достаточно регулярно, там, перед тренировкой, тогда эта проблема не будет возникать потом, то есть это же чувство голода. Если действительно там большая качка и большая волна, ну, тут, конечно, только препараты вот от укачивания. Они существуют, это тоже, еще раз говорю, я не врач, я не буду рекомендовать что-нибудь медикаментозное. Спаси меня, Господи. Вот. Но тем не менее, они есть, это как бы вполне нормальная практика. Но тем не менее, я просто думаю, что и это в том числе как бы можно натренировать. Поэтому, в общем-то, ну, так сказать, плавай, так сказать, ну, просто может быть больше, или просто тренируюсь время там хотя бы иногда, вот как-то где есть волна, это, опять же, по идее, это уйдет, и там ничего такого страшного нет. Вы не плывете там в семибалльный шторм, да, то есть там, когда. Поверьте, когда страшно, когда не видишь там, где там заканчивается эта волна, это да. А вот это вот когда... Плавали в семибалльный шторм? Ну так, было страшно, правда. Я не видел, я думал, что там подо мной футбольное поле далеко. Вот, ну, там есть определенные, на мой взгляд, правила, как... Но чувствуешь себя очень-очень некомфортно, потому что... Пока их успевают отменять, же, надо же как-то из воды выбраться, а ты чувствуешь себя чувствуешь себя идиотом, да. То есть, где я вообще нахожусь, ничего не видишь вот вокруг. Нигде берег находится, нигде корабли сопровождения, но пока всех собирают, вот определенные проблемы. Но тем не менее. А какие-то рекомендации, может быть, вы нам дадите с вашей тренерской точки зрения, подготовки? Вот как бы вы своих спортсменов тренируете? Как вы обычно тренируете на какой-то, не знаю, большой... Тебе так не надо. Подожди, мне интересно, что ты пристал? Все про животу говорили, можно про тренировку? Ну, можно, конечно. Я думаю, что существуют, ну, как бы основные принципы там, тренировочного процесса, не будем повторять, да, то есть, ну, что да. Нужно там делать это достаточно регулярно и по возможности систематично, да, то есть я противник вещей, которые... не систематически, то есть когда человек встает и говорит, о, сегодня пойду я почему потренируюсь, что-то сегодня себя хорошо чувствую. И там, а через день он говорит, не хочу, не пойду тренироваться. И вот и в таком вот ключе, то есть если это все-таки нормально, то это, ну, должно быть какое-то, если мы к чему-то готовимся, должна быть какая-то система. Тогда это принесет определенный результат. Вот. Система какая все-таки? Мне кажется, что не надо начинать, опять же, там, с максимальных каких-то объемов, с максимальной интенсивности, с максимальных количества повторений, там, чего бы то ни было. Надо все-таки делать это все постепенно и делать, опять же, это регулярно. Ну, это как бы общие принципы. Вот. Что касаемо дистанции, вот, нужно, на мой взгляд, ту дистанцию, которую вы собираетесь проплыть, преодолеть, эту дистанцию вы должны на тренировках так или иначе преодолеть. Не сразу, не в первую тренировку, ни в коем случае не поймите меня неправильно. Но прийти к этому вот, вот к этой дистанции там, через некоторое время тренировок, да, и, так сказать, чтобы вы ее преодолевали, это если мы говорим про длинную дистанцию. Так или иначе ее надо проплыть. Если мы говорим о скорости прохождения этой дистанции, потом уже, допустим, там, мили, например, то тогда уже обыгрывается, ну, понятно, что километр, там 2 километра, ну, можно доплыть, ничего страшного. Но чтобы, так сказать, двигаться дальше, надо, соответственно, вот это уже внутри этой, так сказать, мили, как бы наращивать скорость, да, пытаться разными... всевозможными разными кусками, и помельче, и покрупнее, пытаться увеличивать скорость прохождения этой дистанции. Вот. Но это как бы тоже, опять же, это ничего нового я вам не сказал. Но все-таки, мне кажется, что вот если это более-менее все-таки про длинные дистанции, то их нужно, они вас, они должны пугать, то есть вот эту длину, которую вы должны преодолеть, вы должны делать как бы вот как разминку. То есть вы плывете там 2 километра, вот оно у вас должно быть вот свободно. И вот, и, да, потом уже тогда вы можете делать, говорить о том, что вы там будете наращивать скорость, наращивать там что-то еще, делать какие-то другие движения. Но тем не менее, никак по-другому. Вот интересно, что в Деньги есть, ну, по крайней мере, те люди, которые меня учили бегать в свое время, они мне
говорили, а, типа того, что если ты хотя бы 5 километров делаешь, или там из 10, ты десятку нормально пробежишь, но ты выложишься, но не сдохнешь. А, я правильно понимаю, что в открытой воде лучше в 2 раза длиннее дистанцию уметь делать? Нет, ну, наверное, все-таки без фанатизма, да, то есть... Если вы плывете там милю, там, ну, грубо берем, сейчас говорим про 2 километра, да, если вы плывете 2 километра, то, конечно, там, хотелось бы в идеале, чтобы вы плавали 4 километра, вас это не пугало ни разу, вот, но это как бы, на мой взгляд, это как бы не столь обязательно, там и 3 достаточно, по-моему, километров, если, чтобы плыть 2. Если плыть быстро, тут уже можно там думать, там, в процессе тренировки можно плавать и там и по 5, и по 6 километров. И даже больше, наверное. Но, тем не менее, это уже второй вопрос. Но я категорически против того подхода, что если вы хотите плыть 2, то вы сами себе скажете, я проплыл 800 метров, мне достаточно, а там я как-нибудь справлюсь. Вот это нет. Вот это точно, абсолютно. Остановиться, постоять, подышать не очень. Да? То есть, да, то есть тут нужно, вы должны быть готовы к этому объему, и тогда уже, так сказать, вам не будет это, а, психологическим напряжения никакого не будет, и, б, вы физически будете к этому готовы, вы будете, ну, все-таки получать удовольствие от того, что вы делаете, это не будет что-то там, вытягивание жил из себя. Если, например, я готовлюсь там к 30-ке, да, то, наверное, же мне не надо на тренировке платить 30. Да? Нет, ну, в идеале, конечно, хотелось бы, да, но, наверное, нет, ну, тут, как бы, наверное, какие-то разумные границы тоже должны существовать. Можно как-то кумулятивно набрать 30-ку за день, за 2 тренировки. Да, ну, но, тем не менее, да, то есть, может быть, за 3 тренировки в течение дня, может быть, за 2 тренировки, желательно, конечно, там, может быть, сделать, допустим, одну тренировку более длинную, условно говоря, там, 20 километров, да, одну поменьше там потом. Тогда понятно, что в результате тридцатник, ну, как бы будет преодолен. То есть если вот эта там двадцатка будет делаться как бы спокойно, и там потом будет еще какой-то хвост тоже доделываться, то тридцатник, он как бы, ну, тут как бы понятно, что он все будет нормально. Вот. Но я еще просто как бы специально как бы границы сдвигаю, что в принципе нужно как-то к этому стремиться, нужно набирать эту дистанцию. Типа тогда это будет более или менее. В принципе, как бы большой разницы при вот подготовке к тридцатке, там вот, утренняя тренировка 20 или там 23, оно по большому счету нету никакой такой, чтобы уж гениальной, да? Но это все-таки, да. То есть, нет, я вот на самом деле делал и так, и по-разному. Я и 30 за одну тренировку проплывал, но другое дело, что ну, это так действительно смешно выглядело. Мы приходили утром, там с первыми я нырял, да, потом народ уходил, приезжал на вечернюю тренировку, а я все продолжал плавать утреннюю. Вот, то есть, как бы, это было, такое было, и народ так удивлялся, как это, в общем, но тем не менее. А как вот это в бассейне? Нормально? Да, вот как? Да, меня тоже, вот, я... Как готовиться к открытой воде в бассейне? В бассейне как 30-ку проходит. Ну, в бассейне 30-ку сложно, сразу хочу сказать, что это... Ничего. Сложно тому, кто считает, да? Вот, ну, на самом деле, да нет, ну, вот, как бы, надо себя к этому просто, на мой взгляд, как бы себе психологически к этому, ну, как бы готовить, что ты должен вот эту дистанцию как бы преодолеть, тогда, ну, как бы тебе будет проще, потому что, вот опять же еще раз говорю, что я считаю, что проблема будет иная потом, да, если вот готовиться к тридцатке, плавать там по 15, а потом, когда выйдешь уже на старт, плывешь 23, организм скажет, я не понял, что это такое, и, так сказать, начнет по очереди все отключаться. Вот тут будут проблемы. Поэтому все-таки нужно это дело как-то минимизировать по возможности. Психологически, да, тяжело, но надо себя как-то отвлекать чем-то. Кто чем отвлекает, кто музыку слушает, кто еще что-то делает, кто там на дне что-то рисует. Но там люди по-разному развлекаются, но тем не менее, в общем... Как-то таким образом. Как вообще происходят тренировки, вот, как сборная тренируется? То есть вы выезжаете там круглогодично, где-то плаваете на открытой воде, или все-таки большинство тренировок происходит в бассейне, а только ограниченный период сезона? Безусловно, у нас, к сожалению, хотелось бы делать это значительно чаще и значительно больше, но в силу известных экономических причин в нашем государстве, делать это регулярно, так сказать, за рубежами нашей прекрасной Родины не позволяет нам наше правительство. Они говорят, что обойдетесь. Плавайте. Плавайте в бассейне. Плавайте. Вода, да?
Да, но это же жидкое, поэтому, в общем. Нет, ну на самом деле, действительно, просто я понимаю руководителей, которые говорят, как так, вот, приходит открытая вода и говорит, давайте, дайте нам денег, мы сейчас уедем там в Бразилию на месяц. Я тоже хочу, да. Вот, но тем не менее. К сожалению, в основном в бассейне все. А вообще, если бы была возможность, то вы бы тренировались на прямо открытой воде? Нет, я считаю, что это и не нужно на самом деле. Это, в общем-то, как бы больше шутка, да, там, в случае. В основном нужно, конечно, на мой взгляд, основная основа – это база вот, в бассейне. Тогда, если будет наработана база в бассейне, тогда, в общем-то, переход на открытую воду, он проходит достаточно безболезненно. Но если вы при этом психологически готовы переносить вот, грязную с лебедями воду. Есть какая-то специфика именно по технике, потому что каждый утренний смотрит примерно. Ну, нужно обязательно, я считаю, что вот тоже как бы об этом сказать, да, вот он, человек плывет, поднимает голову вперед, то есть, ну, понятно, ему надо знать, куда он плывет, что он куда, что он как-то ориентироваться должен, поэтому он на гребке, естественно, поднимает голову вперед и... Именно нужна просто слизь рекомендации, чтобы не съехать с дороги и не проплыть лишнюю. Ну, я вам вот еще раз, я вам могу посоветовать как бы общие такие вещи, но тем не менее, я думаю, что они вам помогут. Постарайтесь перед заплывом, вот вы приходите оттуда на место старта, да, вы смотрите, где вы будете стартовать, вы смотрите, куда вы будете плыть, поизучайте это, как бы вот это вот противоположный, скажем так, берег. То есть вы плывете туда, да, вы выйдете на берег, посмотрите, что там. Наверняка на том берегу нет, не все там одно, так сказать, просто черная полоса и ничего нет, да, то есть там есть какие-то строения стоят, есть, если это лес, может быть, там он какой-то там неравномерный, одинокая береза торчит там какая-нибудь, церковь, может быть, какая-то стоит, может быть, там, ну, я условно говорю, там какой-то красивый дом, если это берег далеко, может быть, там какие-то пятна, допустим, белое пятно, красное пятно, там крыши какие-то разные, возможно. Вы для себя выбираете, задача ваша выбрать яркое пятно, которое на фоне всего остального лично вам больше всего нравится. И оно ближе всего к тому ориентиру, на который вы вот должны плыть. Там вот где-то там стоит буёк, а вот над ним, там чуть-чуть про, там, левее, вы видите там белое пятно. Себе запомнили это? И когда в процессе дистанции вы поднимаете голову, вы как бы так взглядом сканируя все, что перед вами, находите это белое пятно и как бы корректируете свое движение именно в ту сторону. Если понимаете, что что-то не то сделали, тогда уже остановитесь, посмотрите, действительно скорректируйте движение. Но тем не менее, как бы ориентируйтесь на яркие какие-то островки в той стороне, куда вы плывете. И делайте это надо заранее, да, до заплыва. То есть, когда в процессе заплыва уже понимать, что там яркое, что нет, уже поздно. Поэтому надо либо остановиться, понять, вот плыву сюда, на эту белую крышу или там, на эту красную крышу, и туда двигайтесь. А с течением как будет? С течением, ну тоже вопрос, желательно, конечно, представлять себе, ну если в идеале, да, представлять себе карту течения, это, как это все происходит. Если это, этой возможности нет, то, ну или, допустим, течение как бы вот в одну сторону, да, вам надо поплыть на противоположный берег. Вам желательно, наверное, все-таки во время тренировок попытаться оценить, насколько это, опять же, соответственно с ориентиром, если вы в себе самому ориентир на той стороне, и плывя на этот ориентир некоторое время, потом посмотреть, насколько вас относит. Ну, то есть вот вы вышли в этой точке, за вами там условно красная крыша, а там вот вам белая. Ну, хорошо, даже по дистанции. Вы проплыли какое-то расстояние, вы видите цель, куда вы плывете. Вы обернулись, посмотрели, ну то есть расстояние между двумя точками надо оценить. И потом уже, так сказать, скорректировали свое движение. Если вы понимаете, что вас сносит туда или сносит сюда, как далеко вас уносит, и в какой-то, ну, вы это, соответственно, корректируете угол наклона. Понимаю, что это, опять же, не очень просто, но тем не менее, в общем. Ну, мы на Босфоре дадим рекомендации, ориентир, то есть уже плавали. Ну, там есть, там за день можно будет, насколько я знаю, сесть на лодочку, поплавать, посмотреть. Да, но опять же, у вас не запрещены часы, да, действительно, вот эти все, у нас-то, ну, как бы это нельзя этим пользоваться, у нас навигаторов никаких не должно быть, а у вас это разрешено, поэтому, если хотя бы одна тренировка будет, вы можете попытаться оценить, вот, насколько вас сносит течением и, соответственно, скорректировать курс. То есть, плыть, если условно течение в ту сторону, да, то есть, вам надо плыть на некоторое расстояние туда, и вас будете выплывать непосредственно на цель. Что делать, если схватит судорога?
Ну вот по возможности, кому что помогает, это вот как бы, так сказать, вопрос индивидуальный. Некоторые булавку с собой возят в костюме. Да, да, если сводят, если это помогает. Мне, например, не помогает, поэтому я как бы, ну, то есть, не понимаю вот этого вот болевого эффекта. То есть там, соответственно, если там икроножную сводят, значит, соответственно, в крайнем случае остановиться, там, рукой помочь себе, чтобы отпустило и продолжать движение. Ну, по возможности, ведь судорога – это, в первую очередь, отсутствие минеральных веществ в организме, ну, в большей степени, и там какие-то вот варианты психологического. В основном это отсутствие минералов, да, которые, так сказать, там, за что-то отвечают в данном случае, и мышца не реагирует неадекватно на это. Что, способ борьбы, да, заранее, ну, как бы по возможности, те минералы, которые, минеральных комплексов сейчас достаточно большое количество, можно постараться их восполнить заранее, то есть, чтобы у вас было все в норме, что называется. Так, магний и калий. Магний и калий, да. Ну, это вот кто бегом занимается, им это значительно более известно. Когда это в норме, тогда практически не сводят ноги. Но это делается, опять же, заранее, если вы заранее об этом позаботитесь, об этом минеральных, ну, витамины обычные там. Ну, я думаю, что... Да, курс пропить, курсы, я думаю, что практически месячные, наверное, да, где-то время, ну, так что, в общем. На самом деле, много на беговых всяких сайтах, журналах и так далее, об этом много еще не написано, как пробежать марафон, питание, как обладает. Но если, ну, не дай бог, вот по дистанции все-таки свело ногу, да, то есть я думаю, что оптимально это останавливаться, пытаться, так сказать, носок на себя, там, рукой себе помогать, и тогда уже, чтобы там икроножную, если уж бедерное свело, ну, тогда уж как-то стараться там тоже, стараться вытянуться. Ну, и если уж совсем все плохо, тогда прибегать к помощи, там, судейской или, там, спасательной. Других вариантов нет, на самом деле, потому что это, в общем, ваше здоровье, на самом деле. Как, во что это может обернуться, я, к сожалению, не берусь сказать, но чаще всего вот, обычных превентивных мер хватает. Поэтому вот как-то так. Но не знаю, насколько это развито. У нас еще достаточно развита контактная борьба в это время, поэтому, ну, да, в процессе движения, поэтому не могу оценить. Поэтому я считаю, что оптимальный вариант – это все-таки избегать контакта, да, то есть по возможности. Если уж вас угораздило попасть между кем-то и кем-то, ну, постарайтесь из этой все-таки мясорубки выйти. Я не призываю никогда вступать вот в контакт непосредственно, потому что вы просто, это раз, второе, вы теряете время в первую очередь, и все. А это ваше вот движение, ваши силы. Постарайтесь от конфликта все-таки уходить по возможности. Если уж там грубияна невозможно никак по-другому остановить, тогда, конечно, надо отвечать, но это все-таки... Ну, каждый раз говорите, и оно работает. Да нет, на самом деле моменты совершенно индивидуальные. Я не думаю, что как бы человек чем-то мотивирован, да, ему зачем-то это нужно, зачем-то туда этим занимается. Он хочет либо себя проверить, либо, так сказать, себя показать, опять же, либо что-то еще. Ну, то есть зачем-то он это делает. И если у него достаточно ясная и понятная цель, то ему дополнительная мотивация как бы и не нужна. Он хочет выиграть, например, просто. Я вот хочу выиграть у всех, я хочу быть первым. Ну, отлично, молодец, вот, давай. Да, только как бы там... Песню Владимира Семеновича, как говорится, не забывай вот это, что на 10 тысяч рванул, как на 500, и да, и спекся, да. Поэтому вот как бы только эти вещи. Все остальное грамотно разложиться, но постараться не делать глупости. И я думаю, что никаких других рецептов нет. Ну, самое главное, что просто делать это все равномерно и быть готовым к дистанции. Нет, мотивация, я имею в виду в том плане, что вы же, ну, вы сознательно на это идете. Вам это, так сказать, вам это интересно. Ну, в основном, вам это интересно. Вот. Интересен результат, как это будет выглядеть, как вы доплывете. Вы хотите в первую очередь преодолеть, наверное, себя, да, то есть ваше собственное, вот, насколько я смогу вот это сделать. Я хочу, ну, вы же говорите себе, я хочу это сделать. А следующее, что вы говорите, я могу это сделать. И вот это вот надо к этому относиться именно вот именно так, что вы можете, вы действительно можете. Почему не можете? Кто сказал, что это так? Вы можете? Здесь достаточно спокойная вода, после волны.
Ну, это озеро, да, то есть в озере, конечно, ну, там все достаточно просто, а вот морская вода, там, конечно, надо делать и поправку на волну, и... Ну, поправку как, когда все-таки она же, ветер-то откуда-то дует, там откуда-то волна берется, поэтому надо тут тоже пытаться плыть так, чтобы вас не сносило с курса. Все равно будет сносить, но тем не менее надо это минимизировать по возможности. Два вопроса. Конечно. Вот по поводу мясорубки, там же мастарт, да? То есть какие-то рекомендации вот по старту именно, потому что я думаю, это так. Я считаю, что самое оптимальное, вот вы определитесь, грубо говоря, в какую сторону вы дышите, под какую руку. Если вам все равно, то это как бы, опять же, это замечательно. Если вы, ну, допустим, вы дышите только под правую руку, вставайте на левый, ну, на левый край, чтобы видеть всю, так сказать, ну, по возможности, конечно, насколько это возможно, всю картину, кто куда плывет, что происходит у вас. Под вдох. Вы все это видите. Дыхание, то есть они в основном будут 52-2, да, я забыл? Ну, да, 2-2, но опять же это зависит, они пытаются же смотреть вперед еще периодически. Вот, и достаточно рваный темпом плывут, но у них там грибок прямо, грибок в сторону, они как бы озираются по сторонам. Чтобы опять же, ну тут задача какая? Два, с одной стороны сориентироваться, с другой не пропустить соперников. Быть в курсе, кто чего куда движется и так далее, поэтому. Через сколько получается смотреть вперед нужно? Это индивидуально, но я... Да, ну, вы же не будете 6-6 плыть, да, наверное? Все же вряд ли, значит, где-то там ну, 2-2, опять же, там 3-3. Не-не, не дышать, а ну, там на каждый третий грибок подняли голову, там, или на четвертый грибок. Ну, то есть, я думаю, что реальнее всего, на самом деле, вот как бы, можно смотреть вот как бы периодически, да, ну, как бы делать, как, вот один грибок в сторону, один грибок прямо, вдох прямо. Но чаще всего делается так, что вот вы один раз посмотрели вперед и дышите обычно, там, допустим, 2-3 вдоха делаете, да, своих обычных. Потом опять подняли голову, сориентировались, где вы есть. Ну, я не думаю, что это надо делать там реже, чем через 3 вдоха, ну и там на каждый вдох не обязательно. Ну, все-таки грибок вперед делать как-то не очень прилично, а вот вы по 7-3 двигаетесь. Да, конечно, то же самое. Какой-то вставляются какие-то отрезки именно со вдохом вперед. Как тренировка? Да, на тренировке обязательно. В качестве вот как бы тренировки, и если используете в тренировке лопатки, то это очень, в общем-то, двух зайцев убиваете одновременно. И мощность грибка у вас как бы в этот момент при поднятии головы, она увеличивается, вы захватываете воду лучше, ну и, соответственно, тренируете вдох вперед. То есть эпизодически вставлять полезно. Не все время, но тем не менее. Тренер этого заплыва делает примерно взгляд вперед на каждый 13-й грибок. Ну, да, там на самом деле тут по ситуации, но это все-таки Олимпиада, поэтому там они друг за дружку очень пристально смотрят, поэтому. Так, ну я извиняюсь, что я вас напугал, на самом деле. Но, наверное, все-таки этот вопрос все равно каким-то образом должен быть. На самом деле, я считаю, что это в первую очередь не... еще раз повторюсь, я не могу это, об этом говорить наверняка, поскольку, ну, как бы, как сказать, юридически, наверное, это неправильно. Я подозреваю, но это мои догадки, да, я как бы с вами не делюсь, это как бы вы меня не слышали. Но смысл в том, что человек, скорее всего, плыл на чем-то. То есть был какой-то препарат, который, так сказать, он употреблял до того для, там, скажем, стимулирования, допустим, сердечной деятельности. И при высокой температуре воздуха ему стало не совсем хорошо. Он сработал не так, как должен был сработать. Температура тела была выше, и он как бы... Вот все это привело к трагическим последствиям. Если бы он этого не делал, но поскольку это документально не доказано, никого за руку не поймали, и тем более это даже не как-то не принято обсуждать, то мы как бы считаем, что вроде как ничего и не было. То есть он вроде как плыл сам и вот как бы типа заблудился. Но человек вот в этом положении, если лежал на дне, то мы говорим, что можно предполагать о том, что сознание отключилось, и у него там как бы разум. Вы, как сказать, нормальный, здоровый человек в нормальном состоянии, но как бы не способен просто так, вот вы, ну, сами себя не убьете, если того не хотите.
Да, то есть вы, у вас не получится сами, ну, как бы, это должна быть какая-то мысль там, извиняюсь, о суициде, да, то есть вы должны хотеть себя убить, тогда вы там будете сознательно себя лишать жизни, иначе, если вы в здравом уме, вы этого делать не будете. А если это какое-то там действие какого-то препарата, не знаю, наркотического ли, психотропного ли, там еще какого-то, я не знаю, ну, условно говоря, конечно, вы можете делать все, что угодно. Поэтому, ну, еще раз говорю, я не могу об этом говорить вот как о том о свершившемся факте, наговаривать на человека, это как бы тем более, это вообще грех большой, но тем не менее, я думаю, что ситуация, скажем так, не совсем она однозначная, вот так скажем. Поэтому я все-таки вам советую на этом не зацикливаться, это просто вот имело место быть. Почему есть такие основания для разговоров? Потому что, так сказать, были у американских товарищей определенные по этому поводу, как бы у самих, они как бы в приватных беседах, они говорили, что ребята, ну, допустим, нормальные люди плавают, так сказать, вот как мы уже с вами обсуждали, с подкормкой, да, то есть люди берут с собой большие пластиковые контейнеры и что-то кушают. А эти ребята вообще считали, что, так сказать, как бы там оно вообще ничего не нужно, вот мы, так сказать, так поплывем. Так никто, в общем-то, нормальные люди не делают. Значит, было что-то другое, что им помогало, ну, скажем так, преодолевать эту дистанцию без вообще каких-либо внешних воздействий. Поэтому я вас, поймите правильно, я считаю, что я никого не призываю ни в коем случае, никаким боком употреблять запрещенные препараты. Это неправильно. Я за все-таки за чистоту рядов. Вот, поэтому как бы не будем об этом говорить, что это там, так сказать, и наговаривает на них, но с большой долей вероятности что-то там присутствовало. Можно рассуждать на тему, что это, что они экспериментировали, можно еще что-то говорить, ну, в общем, что-то там было в любом случае. Скажите, а там можно так полежать, отдохнуть? Можно. Во время? Конечно. Да? Ну, вы потеряете время, потеряете вот темп, ход. Да. А припрет-то, конечно, кто же спорит. Конечно, можно, да. Воды. Это очень, очень на самом деле тяжелый вариант. Очень тяжело, когда очень горячая вода. Я вот как бы был свидетелем, как народ плыл в воде 31,9. Ну, это, в общем, мы сами мерили, как бы это смотрели на это с ужасом. На улице сверху было за 40, и, в общем, было, в общем, так неприятно. Это было, нет, это дело было на, вот, господи, в Китае. Вот, и, в общем, вот в Шанхайской, известный это чемпионат мира, они проводили, еще нашли место такое интересное, там, рядом с каким-то заводом. То есть там заводь-то какая-то была, там где-то так нефтеперерабатывающий завод на горизонте, так это так, в общем, все экзотично. Сверху 40, вода 32, ну давайте плывем. Ну что делать? Поэтому, ну, в общем, соревнования начинались, не поверите, в 5 утра. Не потому что, а потому что начинали, да, потому что было на улице нормально, можно было находиться. Но, ну, как бы, они боялись, что судьи не выдержат там 6 часов в лодке при температуре за 40. Про спортсменов почему-то никто не думал, кстати. Поэтому вот. А вот плыть в группе, то есть в ногах у кого-то, это имеет смысл любителям? То есть, условно, с какого темпа это вообще работает? Или... Нет, это работает на любом темпе, особенно, понятное дело, что самый максимальный удар получает вот этот человек, который все это дело на себе тащит. Эти двое, даже при том, что они стоят как бы не совсем у него в ногах, а как бы немножко по краям, они получают половину, скажем так, внешнего сопротивления. Ну и чем дальше, тем меньше. Третий, четвертый ряд вообще как бы там дурака валяют, по большому счету, относительно скорости первого. То есть они плывут с той же скоростью, но вкладывают в это в половину меньше усилий, чем... Работает это при том, что спортсмен готов, да, если он как бы не готов плыть, то, конечно, ему сложно будет. Либо те просто уплывут от него, и ничем это не закончится, либо, так сказать, он будет просто все равно работать столько же, сколько и они. Если он готов хорошо, то стоять где-то вот здесь, вот оно, конечно, преимущественно, потому что он получает и тратит энергии меньше, смотрит за всеми и может в любой момент как бы попытаться атаковать там и так далее. Но это нужно, так сказать, это уже тонкие настройки. Ну, разреженный воздух, на аналогии из велосипеда мы можем как бы, да, почерпнуть вот такие большие, самые яркие, да, это когда они едут пелотоном, там кто-то рассекает воздух, да, за ним, так сказать, все стоят. Задние, там третий, четвертый ряд, они, ну, я не знаю, я сам не велогонщик, не могу там очевидно говорить. Но люди говорят, что там как бы несколько проще, чем в первом ряду, поэтому вот... Там сильно проще.
Там как-то... То здесь то же самое. Там все-таки воздух рассекается, а в воде то же самое, ведь вода же не рассекается, вода не катится. Кажется так. Это... Значит, поток. Вот если ты вот посмотри, бассейн, вот на двух валах, один проплывает, ты сразу за ним, вот руку сунь, у тебя вот поток воды тащит за собой. То есть вот это вот идет вот такой поток за ним. Ты в нем плывешь, по ощущениям, где-то минус 30% точно. Среды похожие, только чем жестче среда, тем... Да. Поэтому, естественно, вот это вот, оно как бы там будет также выражено ярко достаточно. Третий ряд там вообще народ как бы, ну, просто как бы их волной тащит, что называется. То есть надо просто вовремя руками перебирать. Но выбраться из этой, как бы, только ты пытаешься из этой волны выходишь, ты получаешь как бы вот встречное сопротивление в полный рост. И уже тут уже никуда не денешься. То есть получается тогда тактика, да, важна очень? Безусловно, конечно. В белом спорте это вообще все решает тактика. Здесь очень тоже много решает тактический расклад, как спортсмен раскладывается, как они все вот умудряются то переходить из ряда в ряд и, так сказать, атаковать уже лидера. А как финиш разыгрывает или уплывает в отрыв? Ну вот Миловля здесь уплыл. Да, его не смогли ничего с ним сделать. Вот Лурц пытался, но Миловля уплыл спокойно совершенно. Но это зависит, опять же, от скорости пловца. У него скорость на порядок выше. При том, что он всю дорогу их всех на себе таскал, так он еще и от них и уплыл. Вот. Но ничего не смогли с ним сделать. Значит, достаточно хорошо был готов в момент времени. Причем уникальные спортсмены в этом плане. Ему что холодная вода, совершенно пофигу, что горячая. Он как-то... При том, что он тунисец, да, то есть как бы вот... В Босфоре будут какие-то катера идти, наблюдать? Я бы вам ответил на этот вопрос, не в курсе. Да, будут, да. Ну там все мониторится катерами, и вертолеты еще есть. Я просто помню, вот сейчас на Майорке участвовал, и там, где ты проходишь, и рядом работающий катер, то дышать это прям очень неприятно. Ну, конечно. Опять же, по закону физики вода притягивает запахи. Почему в бассейнах запрещено, в окрестностях запрещено курение? Да, потому что, ну вот вдруг, если вы там обратите внимание, вода запах притягивает. То есть и вы даже там за несколько там десятков сотен метров можете почувствовать какие-то запахи. Ну а тем более запах мотора тут, конечно, куда не денешься. Там лодка далеко. В прошлом году 15 минут девушка. За 100 метров до пелотона плывет катер, и на нем этот флаг развивается, чтобы ну, спортсмены хотя бы представляли себе, куда надо плыть. Ну, я надеюсь, что там тоже что-то будет, но не могу. Я не... В этом и идея, чтобы правильную траекторию найти. Если тебе траекторию проложат, то тут уже... Вы знаете, я с вами не соглашусь по той причине, что этим надо грамотно воспользоваться. Даже если вы будете знать четкую, даже если вам ее начертят, надо этим умудриться воспользоваться при течениях, при соперниках, при умении ориентироваться. Это даже надо же начать дышать туда, в сторону ориентира. Этим надо успеть воспользоваться, это сложно. Просто это самая главная трудность. Если ее убрать, то Босфор перестанет быть Босфором. Ну, тогда просто, если вы там плыли, вы знаете, где, куда надо плыть, то значит у вас есть козырь, которым надо безусловно пользоваться. Ну, да, я. Поэтому там местные выигрываются. Ну, ничего не могу сказать. Скорее, надо просто как бы в данном случае просто смотреть. Если вы там, условно говоря, будете там несколько лет подряд проплывать и смотреть, будете знать более или менее, понимать и карту течения, и, ну, карту, я имею в виду, так, в хорошем смысле, да, то есть мне там не нужно это стрелочками, но так, по крайней мере, здесь несет больше, здесь несет меньше. Здесь там водоворот, здесь нету, здесь и так далее. Здесь вообще ничего, здесь стоячая вода. Тогда, конечно, вам будет в этом плане проще. 26 лет, ни один из стран с ним не играл. Абсолютно в зачете. Наш русский сурочник тоже поехал, сказал, я выиграл все. Без в категории выиграл, в зачете нет. Ну, я сейчас тут не берусь сказать, наверное. Надо знать, надо. Надо знать, конечно. Да. Это только, да, то есть какие-то есть. Нет, я думаю, что здесь все как бы примитивно, да. Значит, нужно знать какие-то вещи, которые мы с вами вот сходу, ну, как бы, да, сходу не решается. Надо знать что-то. Вот тогда это как бы будет, это как бы в этом интерес. Течение. Что конкретно там, да, там, течение или там, или какие-то там, завихрения, завихрения, да. Абсолютно за счет разницы, год от года до 10 минут.
Ну, есть еще, да, мы забыли, не упомянули, да, приливы-отливы, да, то есть это вот эти все вещи, подъемы, опускания воды, то есть это тоже имеет значение. Наверняка проводится не в одну и ту же дату, а в разные, плюс еще лунный календарь. Ну, то есть это все как-то влияет определенным образом, вот эти приливы-отливы. Знаю страшную историю про наших спортсменов, которые пытались на этот самый английский канал переплывали. Ла-Манш? Да-да-да. И когда, так сказать, ребята плыли быстро, а за километр до финиша попали в отлив. И они 4 часа, по-моему, на месте стояли. Значит, вообще не двигались. Значит, как бы вот. Это было такое, да, то есть потом просто плюнули, вылезли и ушли. Ну, то есть как бы все это, без шансов. На одном месте вот они стояли, все, никуда, ни туда, ни сюда, нет, и все, вот на месте стоят. Ну, то есть как будто бы... Ну, отлив идет, уходит, и все, и никуда ты... Не засчитали это или что? Нет. Как они финишировали? Не засчитали, ничего им сказали. Сказали спасибо и пожали руку. То есть поэтому насчет вот этот вот разговор опять же о рекордах, поэтому может быть так, может быть так, может быть течение, может быть отлив, может быть еще что-то. Особенно с морями это очень, очень хорошо развито. Тут поэтому как-то загадывать, что будет вот так или вот так, очень сложно. Скажите, советуете ли вы любителям участвовать в Казани чисто? Советую. Советую. Почему нет? Нет, я думаю, что... Ну, на самом деле, я могу две вещи сказать. Во-первых, казанцы, ребята гостеприимные, они это дело постараются сделать очень красочно, зрелищно и так далее. Во-вторых, я знаю, что силы туда, как говорится, брошенные на это безобразие, будут очень большие. И я имею в виду, ну, я не говорю, сейчас не могу сказать, что там организация будет, ну, я просто... Не могу это сказать очень определенно, но они постараются сделать это очень хорошо. Я знаю, что они, если они стараются, у них получается обычно. Потому что их много, и они там вдумчиво этим занимаются. И вот мы с своей стороны приложим максимум усилий, чтобы там было все хорошо. Мастерс мы судить будем. То есть мы там будем, и чем могу, помогу, как говорится, на месте. Так что приезжайте, всех приглашаю. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Спасибо.